Пожар с угрозой взрыва. В воскресенье вечером саратовцы могли наблюдать большой столб черного дыма в районе Гусельского моста, недалеко от магазина «Милослав». По словам очевидцев, примерно в 20:00 на строительной площадке загорелся стационарный вагончик. В нем строители хранили инструменты и стройматериалы. Просто услышали хлопок, и дым пошел. Я сразу вызвала пожарных. 5 минут они здесь. Без жертв, да. Это благо, никого не было. Под угрозой возгорания оказался и соседний вагон, в котором предположительно мог храниться баллон с газом. До приезда пожарных мужчина, по всей вероятности хозяин стройки, пытался оттащить горящий вагон с помощью бульдозера. Подоспевшие огнеборцы стали заливать водой уже открытое пламя. Известно, что стройплощадка, охраняемая, причины возникновения пожара выясняются.